Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас первый в этом году большой выпуск новостей. Сегодня у нас будут новости только по игре Euro Truck Simulator 2. Новости про American Truck Simulator 2 выйдут чуть попозже, там у нас тоже есть о чем поговорить. Начнем с того, что SES Software уже начал публиковать скриншоты нового дополнения для игры Euro Truck Simulator 2. Напомню, это будет DLC Iberia. То есть Испания точно и, возможно, будет Португалия. Из полузасушливых юго-восточных пустынь до зеленых хвойных лесов Иберийский полуостров является домом для богатой и очень разнообразной экосистемы с двумя доминирующими типами климата. Температура и погода могут варьироваться в зависимости от того, где вы путешествуете. Тем не менее, Иберия, которая наиболее известна благодаря более теплой погоде и ее красивым береговым линиям, может быть довольно прохладной зимой, что выявляет более зеленую растительность, встречающуюся на полуострове. Поскольку Иберия является вторым по величине европейским полуостровом по площади, вы можете быть уверены в том, что сможете увидеть широкий спектр различных экорегионов в нашем будущем расширении карты для Euro Truck Simulator 2. Разнообразие экосистем делает интересную задачу для наших картографических команд, которые будут заниматься смешиванием и объединением различных частей региона. Ну и к этому, естественно, прилагается у нас 10 замечательных скриншотов будущего дополнения. Я уверен, что это дополнение будет ни капли не хуже, а я считаю, что даже еще более лучше, чем DLC, которое вышло у нас в конце 2019 года, «Дорога к Черному морю». Ну и следующая очень важная новость, из-за которой, я думаю, многие зашли на это видео, это то, что в своих соцсетях SES Software, то есть в Твиттере, в Инстаграме, опубликовали запись, цитирую: «Не забудьте уделить время, чтобы насладиться природой и подышать свежим воздухом». И прилагается у нас скриншот, который вы сейчас видите на своих экранах, на котором, как в принципе все и догадались, да, очень отчетливо видно, что у нас открыто боковое стекло на этом замечательном тягаче, причем скриншот именно с American Truck. Но это в принципе относится к обеим играм, потому что все идентично. То есть можно быть, я думаю, уверенным, что в 1.37 вместе с F-Mod, напоминаю, что это новый будет звуковой движок, который, собственно, и позволит сделать у нас такую функцию в игре, у нас добавятся еще, да, открывающиеся стеклоподъемники. Мелочь, но я считаю, что это уже прекрасный какой-то путь к большему реализму в игре. Ну и последняя новость на сегодня. У нас выходила несколько недель назад запись, что у нас будет обновлена дефолтная часть Франции, не DLC. Вот, «Перестройка французских городов» запись называлась. Вот, сейчас вы видите эти скриншоты до-после. Тогда я не записал видео, потому что ради только вот этой новости как-то не хотелось. Ну, давайте сейчас зачитаю запись из блога SES Software. Как вы уже знаете, мы планируем сосредоточиться на технических улучшениях в наших будущих полурегулярных обновлениях игры. Сначала звук, а потом графика. Тем не менее, небольшая часть нашей картографической команды постоянно работает над улучшением существующих частей наших игровых миров, чтобы помочь улучшить общий внешний вид некоторых из старых областей. В обновлении 1.37 французские города Мец, Реймс, Страсбург и Дижон получат капитальный ремонт дорог, которые получили новый облик. Вы также заметите, что многие из более старых моделей растительности были заменены более новыми, наряду с некоторыми из материалов местности, которые были обновлены.
Но это не все. Вы также обнаружите, что дорожные знаки были заменены более новыми объектами. Для точного представления области, а также одним из пересечений дорог, для которого была изменена схема расположения. Какие же еще сюрпризы не за горами в будущих обновлениях, вы просто нужно подождать. Но сейчас мы надеемся, что вы будете наслаждаться обновлением этих французских городов и надеемся, что у вас будет время вернуться к этим городам, когда будет готово 1.37. Ну, в принципе, я думаю, SCS этим намекает, что больше никаких обновлений в 1.37, связанных с картой, не будет. В принципе, на этом сегодня уже буду завершать этот выпуск новостей. Если вы хотите, чтобы я записал еще такое же видео по новостям в American Truck Simulator, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. My shadows, they follow you in the darkness.